А я уже здесь, Валерик. А это вы, Антонина Прокофьевна. Я здесь. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Эх, Валерочка, если б вы знали, какая жизнь раньше была. К нам в Луи из самого Елизарова за продуктами народ приезжал. Колбаску, сырок, творожок пудами закупали. Огорошек мозговых сортов, подушечки с сиропом, сайки с изюмом. Собак с сардельками кормили. А сейчас в Прудмаке, кроме Джумаса поганого, ничего нет. Хлеб очень испортился. То ли дело раньше. Возьмешь буханку Барвихинского, она ж дышит. А какая свинина была. Валера, откусываешь, она во рту аж тает. Ну что? Откопал? Да нет тут ни черта. А как же? Где ж билет-то? То есть, Леня, ты поглубже покопай. Да куда глубже, мать? Вода пошла. Нет тут ничего. Господи, а где ж билет-то? Ой, господи, это раз в жизни это такое. Где ж билет? А? О, батюшки святые, батюшки святые, батюшки святые. Что за хня? Thank you.
Пойдем, Валера, поешь.